Vasara Ventspilī nav iedomājama bez divriteņa. To respektē autobraucēji un dod ceļu kājām gājēji. Velo sezonu atklāja īpašs velo karnavāls. Es atceros, 6 gadu atpakaļ mēs šinī pasākumā sapulcējāmies tikai 300 cilvēki. Ja? 300! A tagad 3200. Mēs tiešām gatavojamies sezonas atklāšanai. Mums ļoti patīk šie svētki, un tāpēc mēs tērpus jau pasūtam laicīgi. Un es arī vienbrīd pastāvēju un pavēroju, kā brauca garām, ļoti daudz bija noformēta dažādā veidā. Ventspils mērs saka, ka turisma sezona, tas nozīmē, esam laipni pret iebraucējiem, norādām ceļu, palīdzam grūtībās, lepojamies ar savu pilsētu. Ikdienā arī braucat ar riteni? Jā, jo Ventspilī es domāju, ka dzīve bez riteņa vispār nevar iedomāties. Reiz velo celiņu kopsumā bija vien 13 km gari. Lielā interese par velo sportu lika rekonstruēt ielas vairākās vietās, autostāvvietas un zaļo zonu upurēt par labu velo celiņiem. Šobrīd to garums pilsētā ir 50 km. Un līdz Jāņiem pabeigts būs arī velomaršruts ap Bušnieku ezeru. Cik bieži jūs braucat? Varētu teikt, ka trīs reizes nedēļā es braucu. Jo es sāku braukt no februāra mēneša, kad tikko sniegs bija nogājis nost, teiksim tā, uzreiz var braukt. Nu, pa mežu vēl grūti, tur ir slapš, bet pa veloceliņiem tas ir super. Šogad ar divriteni varēs aizbraukt ne tikai līdz Ventmalē, Pludmalē un Bušnieku ezeram, bet varēs apbraukt ap ezeru. Noslēgumā sarīkojot pikniku šogad labiekārtotajā ezera peldvietā. Не могу считать или называться эстонским писателем, хотя бы потому, что, уверен, многие эстонские писатели посчитают, что я несправедливо занимаю их место. Потому что я, во-первых, не пишу по-эстонски, а во-вторых, все-таки нужно действительно быть эстонцем до кончиков ногтей, чтобы посчитать себя эстонским писателем. Это что-то особенное. Но есть какие-то нюансы литературы, когда можно сказать вот это вот человек, который все-таки есть связь с Эстонией, да? Ну, например, один молдавский писатель Владимир Лорченков, который живет сейчас в Канаде, он меня просто называет таллинец Андрей Иванов. Это совершенно справедливо, потому что я родился и вырос в Таллине, это мой город, и я ощущаю это моим родным городом. Я его люблю, и у меня с ним связь. Поэтому, я думаю, это универсальная такая формула была бы. Таллинец Андрей Иванов. И, в принципе, все знают, где Таллин. И я надеюсь. Ну, да. Во всяком случае, в Европе у меня не было... Я ни разу не встретил ни одного человека, который бы сказал, что «А где такой город Таллин?» Все знают. Вы в Таллине чувствуете себя как дома, а не как в эмиграции. Хотя вот романы, те, про которых я уже узнавал, они все-таки про тему какую-то, про иммиграционную тему. Да, скорее даже о беженцах. Скорее даже о беженцах. Например, я написал трилогию, скандинавская трилогия, я так ее называю. Это в основном тема нелегалов и беженцев. Скорее, нежели иммигранты. Но вы от Союза никуда не убегали, это Эстония отделилась просто. Да, и дело в том, что вот на этот вопрос я ответил однажды и подумал, что ответ хороший, я его запомнил. То есть не всегда запоминаешь то, что скажешь, что я в эмиграции по отношению к собственному прошлому. То есть мое прошлое до какого-то времени, до 92-го или даже до 93-го года, оно было другим. И в какой-то момент я понял, что больше этого мира нет. Он изменился.
к лучшему или к худшему не так важно. Просто он изменился. И в этот момент ты ощущаешь отчуждение по отношению к собственному прошлому. Или скорее прошлое отчуждается от тебя. И ты понимаешь, что все, что ты можешь с этим сделать, вот просто есть какой-то водораздел, какая-то граница происходит. Я счастлив, что я не живу в Советском Союзе, но тем не менее, там у меня осталось вот прицеп, отцепился, и вместе с ним лучшие детские воспоминания. Не потому что я не могу их вернуть, потому что я не хочу, у меня отвращение к советской системе. И получается так, что я вот оглядываюсь на свое прошлое, у меня теперь совершенно другой взгляд, я понимаю, что я был обманут, в общем-то. По большому счету, эта вся система обманывала, дурачила людей и господи, это же... Но вы потом как-то двинулись от этого, от одного отчуждения, словесность – это тоже фактически другой какой-то мир. И с этим багажом вы еще двинулись в Данию, еще третий уровень отчужденности какой-то, да, в этом лагере, в котором вы прожили, сколько вы там прожили? Даже не знаю. Дело в том, что в лагере беженцев, там было несколько лагерей. Я в общем-то, видел очень много лагерей, потому что я еще успевал и в футбол поиграть. То есть за команду беженцев. И мы двигались, ездили из лагеря в лагерь, и, в общем-то, я повидал очень многие. Были очень ухоженные лагеря, кстати, там, где жили... Ну, в каком году вы начали? А это движение у меня началось в 97-м году, но я уходил, возвращался, был нелегалом, и, в конце концов, осел в Хипанской деревне на острове Фюн. Сейчас там есть так, они называются Хесберг. Ну, я переименовал на свой лад. В моих произведениях я называю это место Хускего. И, в общем-то, я повидал там многое, да. Но я не провожу какую-либо градацию, какой-то уровень отчужденности. Я бы просто сказал, что это уже было путешествие. Я чувствовал себя в нем как дома, кстати. Намного комфортнее, нежели если я вот просто сижу и вот должен что-то делать вот изо дня в день. Понимаете, о чем я говорю? Это когда нужно постоянно заботиться о каких-то мелочах, что-то вот, ремонт и так далее, работа. Все это мне кажется несколько как бы мне чуждым. Я все-таки больше такой вот... двигаться, изменяться, находить новое что-то. Ведь есть же люди, которые работают и довольно часто меняют работу, ищут что-то новое постоянно. Но и там вы начали писать, да, собственно. Там в Дании я начал писать на английском языке, и я писал на языке, скажем так, на языке самого лагеря. Я писал о лагере, у меня были персонажи под рукой, я их встречал каждый день. Можно было каждый день писать по рассказу, потому что ты встречаешь человека, допустим, из Ирака, и он тебе что-нибудь рассказывает. Моментально можно написать рассказ. Встречаешь, допустим, датчанина, он тебе еще что-нибудь рассказывает. И так можно было каждый день добавлять и добавлять. И, собственно, я никак не мог закончить. Это был большой эпос. И я уже понял, что надо что-то делать. Но... Это как жизнь, да? Рассказ, да. Все время, и он растет как дерево. Именно. Он бесконечный. Именно. И в какой-то момент я просто-напросто потерял огромное количество флоппи-диски тогда еще использовались, да, и когда я переезжал в Норвегию, большая часть из них испортилась, а когда я вернулся в Эстонию, то я понял, что я не могу их использовать, потому что они уже настолько устарели. И я решил, что, ну его, к черту, буду пытаться делать что-то заново. И я начал писать на русском языке, я дал себе перерыв пару лет и начал писать по-русски. В общем-то, о тех же персонажах я никого не забыл. Просто... Кто-то кого-то вывел из игры, а кого-то понял, что не могу вместить. То есть вы одно и
те же вещи те же писали вещи. Второй раз, второй раз уже на русском. Уже на русском языке, да. Ну, я создал совершенно... Это было как встретить старых друзей. Абсолютно. Мне их не хватало. Мне их не хватало. И сейчас, когда я уже закончил мою скандинавскую сагу, всю эту трилогию, думаю, еще одну повесть напишу, потому что там есть что высказать вот до конца. И все, и больше не буду возвращаться к этим персонажам. Все. Потому что надо когда-то закончить. Но я чувствую, что я уже все это рассказал, и больше мне не надо к ним возвращаться. Вы когда вы сказали, что вы написали короткий роман, да, Writing Wall of Rasmus Hansen. Да. Что оно наверняка не будет опубликовано в России, что оно контроверсальное, а что там? Ну, дело в том, что, да, дело в том, что современная цензура в России не подразумевает использование матерных слов. То есть вся эта обсценная лексика остается за бортом, к сожалению. Некоторые персонажи у меня используют ее. И я, к сожалению, должен ее использовать тоже. И вот мне кажется, что если я в этом произведении вырежу это все, то есть соглашусь с цензурой, с редакторами, то этот маленький роман очень многое потеряет. И во-вторых, дело в том, что у меня герой путешествует из Эстонии в Россию в тот самый период, когда Россия начала свои активные действия на Украине. И вообразите, я думаю, что только из одной строки, что я так написал, он въехал в страну, которая вела войска в Крым. Я думаю, только из одной этой строки не будут печатать этот маленький роман. Во всяком случае, в тех изданиях, которые я знаю. Во-вторых, маленький роман – это особая проза. Это особая проза, которая не очень популярна в России, но очень популярна в Эстонии и имеет богатую традицию. Энн Ветема, эстонский писатель, начал эту традицию, так считается во всяком случае. И мне она очень по душе в последнее мне время. Мне тоже, но сколько это короткое? Это какой объем примерно? Ну, скажем, 120 страниц. Маленький роман. Ну, Набокова такие есть маленькие романы. На русском, в русской литературе это бы посчитали повестью. Повестью. Ну, то есть вы сами придумали, что вас не будут печатать? Или все-таки есть такое, что отношение, вы чувствуете, что меняется в России как-то? Очень чувствую. Да, но вот сейчас у меня выходит последний роман из трилогии «Исповедь лунатика», и я буду отслеживать, как его примут читатели, рецензенты, будут ли рецензии, потому что вот в прошлом году в сентябре «Бизар» вышел, ни одной рецензии. Тут как будто бы книга не выходила. Я дал интервью для газеты, это интервью не напечатали. Не знаю. То есть... И я сейчас, не то чтобы придумал, я это почувствовал, и я сейчас получаю отказы, этот маленький роман не хотят печатать. Так что я это не совсем придумал, то есть мое предчувствие сбывается. Я еще жду, некоторые издания должны ответить, но пока что не хотят. Но вы все-таки, будучи, может, это двойная или тройная эмиграция вам помогла даже как-то... Я думаю о том, что вы достигли больше, чем 98% балтийских писателей. У вас есть свой агент в Германии, да, где я нашел это, Галина Дорстхоф. Я просто вгрызался вот в то, что делал. Я просто вгрызался фанатично. И я понимал, что я это делаю и делаю до конца. И больше, ну, на другие, вот, на социум и на такие вот дела вы просто не тратите времени. Да, и я не оглядывался на это. И еще там мне... семья, дети. Но нет, вот когда родился сын, я начинал как раз работать над «Харбинскими мотыльками». И это некоторые говорят, что меня этот роман вывел на какой-то другой уровень и так далее. Я так не считаю, потому что я бы сказал, я
Я вынес то, что в 90-х годах, когда работал по литературе русской эмиграции, и я всегда мечтал написать роман на том языке, на каком писала русская эмиграция 20-30-х годов. Меня завораживал этот русский язык. И на таком сейчас никто не пишет и не говорит. И я всегда думал, как бы это сделать, чтобы на таком языке написать. И чтобы это не было постмодернистской игрой. Чтобы человек читал и тоже понял. И переживал бы, да. И переживал бы за персонажей, чтобы это не была игра, где, знаете, используют язык русской эмиграции или Мандельштама, Ахматовой, чтобы просто превратить это все в красивый, декоративно. То есть для меня это не была какая-то цель вот поиграть в этот язык, а именно написать роман серьезно, по-настоящему, так же, как я пишу мои скандинавские приключения, описываю полтавские романы у меня и авантюрные. Авантюрные романы? Я бы даже так сказал, что у меня авантюрные романы, потому что у меня герои в Скандинавии, они же плуты, они творят бог весть что, и попадают в такие ситуации, когда нужно выкручиваться, поэтому возникают некоторые приключения. Вот. И вот я хотел-то тоже вот в таком же ключе, вот как и о себе, как и о моих друзьях, знакомых, вот о живом. И у меня в «Харбинских мотыльках» это получилось, и я почувствовал, что я нашел и сделал то, что хотел. И вот в этом мне помогла очень много семья, помогала мне, потому что жена сказала, что берет все хозяйство на себя. И 2 года меня практически не вовлекали ни в какие. Да, и остальные мужики, которые ничего не делают в доме, да, вы пример, как бы, вот, написал бы что-нибудь, да. Как вы в Венспилс попали? А в Венспилс мне посоветовал обратиться Сергей Морейна. Он мне посоветовал просто написать о себе, рассказать. И в конце концов как-то получилось, что меня пригласили, и очень доволен этим. Потому что именно здесь я начал плотно работать над тем самым маленьким романом «Печатный шар». Вы не первый раз здесь? Нет, в прошлом марте я был. Ага. «Печатный шар» Расмуса Хансена я начал хорошо в него вгрызаться как раз именно в Венспилсе и написал вот этот рассказ, который перевели сейчас на латышский «Чикери-покери», а на латышский его перевели как «Шурум-бурум». Вот. И... А это он будет где-то сейчас? Он на каком-то сайте уже есть. А, он уже есть, да. на этом Ubisoft? Угу, да, то есть его уже можно читать, он в доступе. И вот писал я этот как раз рассказ по старым материалам, которые у меня их просто бездна. Вы находитесь в таком интеллектуальном, я не хочу сказать андерграунде, но в оппозиции. Да? То есть вы не боретесь там, не знаю, там с режимом там Путина, например, да? Но вы просто человек, который живет и пишет. Живет в другой стране, но вы и русский, но вы специально же, вы просто по своему складу мышления и ума вы получаете все-таки как какая-нибудь оппозиция, да, потому что вот вы там пишете так, что цензура там, ну, какое у вас вот это отношение? Я не попадаю по своему складу мышления и письма в мейнстрим, скажем так. Мои книги очень трудно продать. Во всяком случае, в России это точно. Но я знаю, что и в Германии с моей книгой были сложности, потому что я пишу как не очень удобно для читателя, который привык глотать книги попроще. То есть... Я не претендую на то, что мои книги это заумные какие-то или еще что-то, но у меня есть свой подход, который не является стандартным. То есть я использую, например, иногда миметическое письмо, то есть когда письмо подражает объекту описания. Скажем, если у меня герои блуждают, у меня герой, допустим, вспоминает о чем-то, и он в страшном похмелье, и ему плохо, и он вспоминает о том, как они с другом блуждали, потерявшись в тумане по полуострову Ютландия,
И, понимаете, у меня нарратив, вот само повествование, становится таким блуждающим. Он уходит от темы, возвращается. То есть оно передает еще и физические состояния рассказчика, а также повествование превращается во внутреннее состояние героя, и все это переплетается. То есть я использую еще технику потока сознания. Я изучал Джойса, Набокова, русских эмигрантов, модернистов. Я использую свое знание, когда пишу. То есть я не стремлюсь... Да, я иногда стремлюсь сделать так, чтобы было очень просто, чтобы было проще читать. Но в основном моя задача – это не читатель, и даже не предмет описания, а само произведение, которое обладает своими внутренними законами, и оно требует соответственного отношения. Все-таки нужно копаться и, как вы сказали, грызть, и даже себя гнать каждый день, что-то сделать в этом направлении. Или все-таки это подсознание работает, пока бум, и да. Вы начинаете... Да, второе. Второе, да. Я не заставляю, вот разве что вот когда я пишу какое-то эссе или рассказ, я чувствую, его нужно сделать, потому что нужно возвращаться к роману. Вот тогда я что-то тороплю себе и заставляю сделать, особенно если я договорился с кем-то, с журналом, которому нужно к сроку что-то дать, тогда я, конечно, заставляю. Но, в принципе, я очень долго могу не писать, но я могу находиться в процессе работы над... Да, это, вы это... понимаете, что у вас есть материал. И там вы... образы есть какие-то. И вы с ним как бы живете. Да, уже. Образы. Скорее с образами, чем со словами. То есть слова – это уже последняя стадия, когда я записываю. А в основном я должен погрузиться в мир, в котором, в мир романа. Такое романное состояние, когда я должен видеть, допустим, когда я писал «Харбинские мотыльки», пока я не увидел, в какой комнатушке живет мой герой, пока я не нашел этот дом, где он находится, он действительно есть. Я в этом доме был, это дом из моего детства. В Таллине есть старая улица, на ней есть старый дом, и там жил мой старый друг со школьных времен. Я у него часто дома бывал. Когда я понял, что в этом доме, который стоит там с начала 20 века, когда я понял, что именно в этом доме мой герой живет, вот этой маленькой комнатушке, когда я все это увидел, я понял, что у меня готово, вот я теперь готов видеть, как живет этот герой, что он делает. Я понял, что роман идет, я в романе. Можно даже сказать, что любой человек, даже и не писатель, фактически проводит жизнь вместе со своим рассказом, да, каким-то, да, который он... Да. Это специфика человека, вообще мифология. Человек все время творит мифы. Есть очень много хороших рассказчиков, которые не являются писателями вообще. Но ты их встречаешь на улице, они тебе рассказывают. Ты просто улавливаешь этот рассказ. Человек может быть в каком-то романе, в каком-то эпосе, в отношениях с какими-то женщинами. И ты понимаешь, господи, он же живет в романе, у него совершенно ненормальные донжуанские отношения с семью женщинами. Еще бы, это же книга. И часто люди говорят, вот ему бы писать книги, вот он бы написал, что ты там пишешь, тебя вообще неинтересно читать, послушай, что он говорит. Я встречал таких людей, я говорю, да-да-да, но это же ваша книга, я же не буду ее писать. Olimpiskā centra Ventspils viesnīcā durvis vērs jauna kafejnīca. Tagad viesnīcā saimniekos mūsu pilsētā jau pazīstamais profesionālais ēdināšanas uzņēmums Zīteri. Uzņēmums Ventspilī ir paplašinājies izsoles rezultātā iegūstot Olimpiskā centra Ventspils viesnīca kafejnīca telpu nomas tiesības. Arī viesnīca kafejnīcā būs pieejams plašs ēdienu klāsts, tāpat darba dienā no 11:00 līdz 16:00 pieejams komplekso pusdienu piedāvājums. Būtiski, ka kafejnīca būs atvērta tipa, tātad pieejama ikvienam. Kafejnīca katru dienu strādā no 7:00 rītā līdz 10:00 vakarā. Pirmām kārtām mums ir viesnīcas apmeklētāji, brokastīm jāpabaro. Nu, un tad arī ceram vakaros, ka nāks lejā, tāpēc veidojam tādu ēdienu kartu arī, teiksim, lai nebūtu jāiet uz blakus, jāmeklē kaut kādu restorānu vai kas. Mēģināsim tādu ēdienu kartu, kas apmierinās
jebkuru. Īpašu uzmanību pievērs sportista ēdināšanai. Līdz rudenim Ventspilī treniņu nomads aizvadīs daudz ārvalstu sportistu grupas, un katram ir niansēta ēdienkarte. Es cenšos kontaktēties, lai es zinoju, dot to tādas brokas vai tur, teiksim, vienu daislidotājiem bobslīstu. Ir atšķirīgi ēdieni jāpiedāvā. Patīkam sadarboties ar ZITER vadību, jo viņi uzklaus, ko katrs sporta veids vēlas ēdienkartē iekļaut. Nu, principā, esam apmierināti ar viņu pašreizējo darbu un arī domāju, ka mums tā sadarbība ļoti labi izvērtīsies. Viesnīcas darbības rādītāji ar vienu uzlabojas un šobrīd pilnībā rezervēt numuriņu praktiski līdz rudenim. Tādēļ svarīgi ir arī augstvērtīga ēdināšana.